Злоупотребление должностными полномочиями и размещение государственных и муниципальных заказов остаются сферами наиболее подверженных коррупции. Это озвучил прокурор республики на заседании Координационного совета по противодействию коррупции. Прокуратура республики совместно с другими правоохранительными органами регулярно проверяют сообщения о нарушениях закона при размещении государственных и муниципальных заказов, имеющих широкий общественный резонанс. Особое внимание при их проведении уделяется выявлению и пресечению нарушений при размещении заказов в сферах ЖКХ, агропромышленного комплекса, дорожного строительства, образования, производства и оборота медицинского оборудования и фармацевтических препаратов. Например, взаимодействие с контрольно-счетной палатой позволило установить признаки уголовно наказуемых деяний при реализации республиканской целевой программы «Ускоренное развитие улично-дорожной сети городских округов Чувашской республики», выразившиеся в оплате заказчиков неподтвержденных объемов работ по озеленению построенных автомобильных дорог по улицам Коммунальная Слобода, Пирогова, 503 Чебоксар, Академика Крылова на сумму более 9 миллионов рублей. В настоящее время по этому делу проводится проверка. За последние 9 месяцев при размещении государственных и муниципальных заказов выявлено около 500 нарушений закона. К дисциплинарной ответственности привлечены 147 должностных лиц, 102 наказаны в административном порядке, опротестовано 25 незаконных правовых актов. Также определенную тревогу вызывает качество исполнения государственных и муниципальных контрактов. Часто случаются срывы, подчеркнул прокурор республики. Татьяна Трофимова, Андрей Шоклев, Республика.